Всем привет, меня зовут Андрей Коломенский, компания ReStartup. Подписывайтесь и переходите по ссылочкам в описании, где вы можете получить профессию продакт-менеджера и скрам-мастера. Тема у нас сегодня такая: почему программист – лучший муж, программисты – лучшие мужья, подобная вся история. Ну, очевидно, девушки, если вы смотрите, потому что программисты получают очень-очень-очень-очень много денег. Если ваш программист не такой, это недоработка, ее нужно исправлять. Чё ты, блядь, скукошился? Чувак, я пытаюсь не мешать тебе. Ваш программист не такой. Не обращай внимания. Короче, бывает, что цветок завял. Бывает, что мало денег. Короче, сейчас я объясню. Мы в стартапе только это... Как там была фраза? Бухаем и ржем? Или как там? Бухаем как не в себя. А мы бухаем как не в себя, да. Поэтому типикал атмосфера. Чего с этим делать? Сделать так, чтобы разработчик нашел новую работу, зарплата x2. Минимум, если он, по вашему мнению, получает мало. Это нормально, и все. Соответственно, вот почему программисты лучше мужья, потому что много-много-много денег. Все, пока.